Сегодня в Барнауле началась череда публичных слушаний по согласованию нового проекта генерального плана города. Он разработан с учетом развития краевой столицы до 2036 года. Но первые же слушания были фактически сорваны. Далее подробности. Еще за час до начала публичных слушаний сотни людей уже прибыли в поселок Центральный. Условием участия в слушаниях была регистрация с проверкой паспортных данных. В местном клубе едва вместилось 400 человек, а бюллетени организаторы, администрация Барнаула, заготовили и того меньше – около 300. По разным оценкам, от 500 до 1000 жителей района так и не смогли попасть на слушание. Разгоряченные собравшиеся бурно выражали свое недовольство. К моменту начала регистрации, навскидку, наверное, человек 600 было уже готово зарегистрироваться. Регистрацию не начинали минут 30, аргументировали тем, что начало регистрации только ровно в 2 часа. С самого начала встречи активная оппозиция перешла на атаку по самому больному вопросу. Это полигон твердых бытовых отходов. Имеющийся полигон выработал свой ресурс на 80%. Но, по мнению собравшихся, место, предложенное для размещения нового, вблизи поселка Конюхи, совершенно неподходящее. Жители прилегающих поселков, а это около 300 тысяч человек, опасаются, что окажутся в зоне свалки. А это неприятный запах загрязнения грунтовых вод. Возмущенные жители даже не дали представителям городской администрации выступить. Чиновники предлагали доработать представленный генплан по пунктам, с которыми жители не согласны. Но зал единогласно скандировал «против». Против чего? Комментировать происходящее замруководителя комитета по строительству и архитектуре города Сергей Баженко отказался. Таким образом, кроме того, что жители против, никакие аргументы сегодня произнесены не были. Я обращаюсь к администрации, чтобы отменить эти публичные слушания, предоставить нормальный зал и провести там, потому что все люди, которые пришли на публичные слушания, они должны здесь присутствовать. Публичные слушания по генплану, который задает направление развития города до 2036 года, планируется провести на различных площадках Барнаула до 13 января. Но мэрия мнение части горожан уже услышала и вынуждена признать, что предложенный проект нуждается в доработке. Антонина Поздеева, Антон Червяков, новости. Отметим, за несколько дней до слушаний в поселках Центрального района были размещены объявления, призывающие жителей высказаться против строительства полигона ТБО. А накануне аналогичные призывы прозвучали в социальных сетях. Наш корреспондент Антонина Поздеева осмотрела место предполагаемого полигона и пообщалась с экологами. Буквально в 1 километре от Змеиногорского тракта находится то самое место, где предполагается размещение полигона твердых бытовых отходов, согласно генплану города Барнаула. Ну а с другой стороны, от того же самого Змеиногорского тракта уже располагаются населенные пункты и садоводство. Именно они и попадают в зону загрязнения при устроении здесь полигона. Около 300 тысяч человек проживают на территории близлежащих населенных пунктов. И не услышав никакой аргументации от городских властей в пользу строительства, они крайне негативно высказываются о проекте строительства полигона. Есть вопросы и у специалистов. Если говорить о воде, тут еще печальнее. Тот место, где хотят, запланировали, разместили полигон, оно охватывается двумя частями одного оврага, который потом выходит в реку Обь. И находится ровно напротив водозабора города. То есть получается и загрязнение воздушной среды, и загрязнение водной – это все факторы нарушения экологического благополучия жителей города. Никакой логики, никакого обоснования с точки зрения возможного воздействия на окружающую среду, экологической безопасности населения, которое здесь проживает, мы не видим ни в проекте генплана, ни в каких-то обоснованиях. Безусловно, для того, чтобы выбрать площадку, необходимые исследования соответствующие, очень глубокая проработка этого вопроса, рассмотрение альтернативных вариантов. Комитет по строительству, архитектуре и развитию города все-таки выразил свою позицию на официальном сайте Барнаула. По словам городских чиновников, участок, запланированный для размещения полигона, удобен. Во-первых, расположен рядом с будущей обводной грузовой дорогой. Кроме того, он находится в 2 раза дальше от жилых массивов, чем это предусмотрено санитарными нормами.